находимся с вами в храме в честь иконы Казанской Божьей Матери, села Кемерово, Краснопольской, Кемеровской епархии Республики Мордовия. Храм наш построен в 1701 году по архивным данным. Построен на средства прихожан села. И, конечно, храм старинный, очень красивый, благодатный. Но, к сожалению, во времена гонения был он закрыт. И во времена гонений на веру православную храме находился клуб, что, впрочем, послужило и, конечно, для того, чтобы храм был сохранен. Как говорится, нет худа без добра. И во времена благоприятные, в 1989 году, храм был возвращен верующим. И начались ремонтные работы по восстановлению храма. Было заново отстроено колокольня, купол в главном пределе на средства прихожан, трудами настоятеля и приходского совета. Главный алтарь храма посвящен иконам Божьей Матери Казанской. Предел имеется также посвященным и святителю Николаю, архиепископу Мирликийскому чудотворцу. В храме находится множество икон старинных, которые во времена закрытия были взяты прихожанами домой для сохранения. И вот когда храм открылся, то прихожане стали эти иконы возвращать в храм. И это очень, конечно, отрадно, тем самым все жители села участвовали в сохранении святыни и восстановлении храма. Вот мы с вами посмотрим, у нас икона Казанская, икона Божией Матери. Вот. Она также была взята прихожанами для сохранения. Когда храм открылся, икона была возвращена в храм. Также посмотрим вот икона Спасителя, образ Рукотворный. Вот. Также возвращена прихожанами храм. Вот. Иконы старинные, намоленные, благодатные. Иконостас главный был отреставрирован вот в наше время вот, на средства прихожан. Господи, помилуй, Господи, прости. Конечно, задуматься о своем спасении, ибо спасение наше для нас это самое важное. И вот храм для того и служит людям, чтобы люди, приходя в храм, приобщались к благодати Божией, чтобы становились на путь спасительные и уже здесь, на земле, думали о Царстве Небесном и шли к этому Царствию с помощью Божией. И, конечно, хочется надеяться, что с помощью Божией, трудами, молитвами прихожан мы храм восстановим, попытаемся его придать ему тот вид, который должен быть у Дома Божьего. Ну и, конечно, всех приглашаю к нам в храм, на службу, участвовать в богослужении.